Привет, народ! Всем привет! Ну что, мы приехали опять в Жуков гараж. А для чего все? Собственно, покажем вам новые работы, которые проведены на шерпах в Жуков гараже. Но мы приехали на самом деле за прицепом. У нас есть товарищ, у которого есть вездеход «Лесник Профи». Кстати, он тоже приехал в Жуков гараж и тоже будет у нас дорабатываться. Вездеходы «Лесник» серии «Лесник М» «Экстримы Профи». Надежные, неприхотливые, с оптимальной проходимостью и оптимальной ценой. То, что надо для тебя и для твоих увлечений. При покупке приятный бонус по коду «Герасим Шерп». Подробный обзор вездеходов в описании. Женя с вами здороваться не хочет. Всем привет. Вот. Он ищет что-то там важное в телефоне. Вот такая вот прошка пришла на тюнинг, на доработочки. И мы точно на такой же прошке, только более новой, поедем в Северную Карелию. То есть мы на шерпе поедем, и с нами поедет такая прошка. Посмотреть, что она может, что не может. Показать вам, сделать обзорчик. Я надеюсь, еще будет вездеход «Лесник Экстрим». С нами тоже поедет уже в жестком кузове. Это победитель вездеход «Трофи 2017». В общем, ребят, я думаю, будет интересно. Смотрите, а сейчас немножко перейдем к доработкам, которые были произведены на территории Жуков гаража. Ребят, ну что, вот такой вот вездеход внутри. Ну, собственно, что вам говорить, рассказывать? Давайте я вам покажу этого джамбо. Это реально джамбо. Смотрите, снаружи. Женя говорит, хозяин достаточно высокий. 2,30 рост. Да шучу, шучу. Хозяин высокого роста и вот попросил максимально ему увеличить высоту вездехода. Ну как сказать, максимально-то Жуков гараж, наверное, мог бы еще метр добавить, да? Легко, да. Легко. Но в автогабарит на прицепе мы просто не проходили уже. Вот такой, ребят, вездеход. Ну-ка, сейчас я заберусь. Ну здесь опять стандарт. Все обшито, обмазано. Вот такая панель модная. Вот такая модная, ребят, панель. Здесь полочки. Нравится, нравится, мне нравится. Полочки я люблю всякие. Рация. Никаких усилителей колонок нету, это хорошо. Рация модная, Йоша. Вон какая, ух. Знает хозяин толк в рациях. Так, посмотрите, какая полка освободилась. Ой-ой-ой-ой-ой. Слушайте, ну здесь, да, я вот на коленях на сиденье спокойно стою. Чтобы в люк вылезти, надо будет точно встать. Я так понимаю, здесь центральная вот эта лежанка полностью застилается, да? Да. И владелец спит по диагонали. Ну, как ему вмещается. Расширена кабина была. А, расширена кабина же, да. Вот смотрите, практически до габаритов. То есть до габаритов. До габаритов. То есть получается, что у нас здесь получилось. Смотрите, если внутри. Вот видно, насколько увеличилась кабина. Да, да, здесь тоже получились места хранения удобные. Полочки. Полочки. Вот, увеличена. Блин, насколько высота увеличена? По сравнению со штатной машиной, да. Где-то 45-50 сантиметров. Плюс 45-50 сантиметров, да. Это в кунге, правильно? Это в кунге, то есть у нас поднята высота стекла лобового, опять же таки. А, лобовое высокое, да. Потому что владелец на горизонте глаз всегда попадал уже в стойку переднего окна. Отлично. Я смотрю, даже катают его, царапают, шуркают. Машина уже, я так понимаю, что месяца два с половиной катается. То есть она не просто так вот мы ее только выпустили. Она уже прошла тестовые ходовые испытания. Мы боялись, что увеличивая высоту, мы сместим центр тяжести, получим какие-то крены на полях, в канавах. На пересеченке какой-то, да. Пересеченке. Все абсолютно нормально. Жилое, огромное пространство. О, ребят, я здесь, смотрите, как стою. О,
О! Ёлы-палы, а. Модно. Модно. О! Слушайте, ну да, он такой вот стал какой-то большой. Ребят, именно для этого вездехода делали спецоперацию по спасению, когда они забыли запчасти зипа, которую необходимо возить с собой. Вот. И на границе с Казахстаном она у них сломалась. И для того, чтобы привезти им запчасти, механик Жуков гараж отправил вертолет с механиком. И через несколько часов буквально все прибыли на место и все сделали, собрали, починили. Вот это сервис. Ну что ж, ребят, вот такой вот вездеход, так что, в принципе, и высокий человек всегда может удовлетворить свои потребности, приехав в Жуков гараж. И не забываем говорить, что вы с канала Герасим Шерп, для того, чтобы получить скидочку на работы 5%. Когда вы ездите по каким-то заломам в лесу, всегда оставляйте дворник вот так вертикально. Это поможет не сломать вот эту вот щетку и моторчик лал-мотора. Уже не только шерпы посещают Жуков гараж, там еще арго стоит, покажу вам. Так, это у нас байкальские знакомцы. Это что, надо на стекло приклеить будет, да? Это пропуск. Павел, Ростову привет. Мега у тебя вообще зачетная получилась. Ну что, ребятки, мы забрали прицеп под лесник и поедем с ним теперь в Карелию. Давайте посмотрим, что у нас тут делается. Помните, на Байкале вот этот вездеход был мятый. Все, уже не мятый, уже целый. Меняется у него коробка, ставится тросовая. Коробка не кулисная, уже с тросами. Это очень удобно. Если вы поставите себе тросовую коробку, машину вы просто не узнаете. Переключение станет как на Эномарке. Мягкое, четкое. Так, Сереге привет. Так, вот машинка. Вот ребята правильно сделали. Не забыли сказать, что пришли с канала Герасим Шерп, получили скидочку, сделали нам приятно. Если вам даже скидочка не нужна, просто скажите, что вы с канала Герасим Шерп. Нам будет 100% приятно. Вот так вот усилили, уже не хлябает ничего. Машинка скоро будет конфетка. Это донор стоит. Жуков гараж может себе позволить иметь донора. Так. Нет, это вот разрабатывают насадку на шерп. Новая. Новая технология, да, для копарей. Мы будем ее испытывать. Ну вот, ребят, я уже говорил, вездеходы приезжают разные. Вот даже арго приехал на доработки. Потом мы посмотрим, что на нем тут сделали интересного. Вот так вот. Представляете, я на шерп как зацеплю себе, хап, опустил 20 сантиметров грунта, снял, копай не хочу, блин. Красота, красота. Да не, шучу, вон он, тракторист приехал. На тракторе навесли, забыл. В общем, вот так вот, становится посвободнее, мы сейчас наконец-то загоним свою машину тоже на доработке. А то нам Женя только обещает, говорит, приезжайте к нам, и шо? Только у нас мест нету, все занято. Сейчас, вот, пожалуйста, в июне не приезжайте, пожалуйста, мы починимся, потом приезжайте опять. Не починимся, а доработаемся. У нас будут поднимать крышу, будут... Что у нас еще будут делать? Панель будет делаться модная, да. Вот, электрику будут переделывать. Слушай, а вот эти вот хлябы усилить же можно нам? На кабине, потому что нас уже достали они. А зачем перешив? Карпетом черным перетянуть опять и все. Ну, цена выгорает. Не, потом перетянуть опять и все. Таким же, ну, без... Мы еще и на перешив попали, елки-палки. Ну что, здорово? Ну, Жуков гараж попал. В общем, ребят, все, забираем прицеп, собственно, зачем мы сюда приезжали. Ну и, конечно же, рассказали вам о каких-то новинках, о том, что есть свободные места в Жуков гараже. Приезжайте. Жень, сколько машин принять можешь сейчас? Все.
Все, что приедут, все примем, не переживайте. Это могут быть не только вездеходы Шерп. Ну и, как видите, разные вездеходы. Вот Лесник приехал, Арго стоит, еще какие-то вездеходы. Главное, не забываем сказать, что вы с канала Герасим Шерп. Делаем и нам приятно, и мы сделаем вам приятно. Ну что ж, ребят, вот мы съездили в Жуков гараж, забрали прицеп, едет он на хвосте. И поедем в Северную Карелию, половим щук крокодилов. Хотя, наверное, после путоранских крокодилов эти-то крокодилы не очень крокодилы будут. Ничего, для меня будут крокодилы самые. Для Мишани будут крокодилы, а мне будет скучно. Поэтому, ребят, я буду заниматься подводной охотой. Это будет новое направление у нас. Ну, как бы я нырял раньше, а сейчас что-то вот подзабросил, уже года три не нырял. Буду вспоминать все заново. И если это все нормально пойдет, то будем Мишаню одевать. Будем немножко и под водой охотиться. Если мне повезет, то я зацеплю на спиннинг щуку размером с Герасимом Васильевичем. Это ты меня, что ли, зацепишь? Там нет таких щук. Не, ну тебя зацеплю. Ну, как я уже говорил, на путорана флюркарбон. Самый толстый поводок. Титан специальный космический. Грузила английская. Именно которую МО делает при погружении. Ребят, кто не знает, о чем я сейчас говорю, посмотрите предыдущие выпуски. У нас сплата путорана, где я ловил крокодилов с эту машину. Вот. Ну и, естественно, уже тройник или двойник. У нас будут двойники огромные, потому что одевать будем живца через жабру. Как бы вот так вот. В общем, welcome. Смотрите следующие серии. Да, и не забывайте, если соберете Жуков гараж на тюнинг или приобрести вездеход или еще для чего-то, скажите, что вы с канала Герасим Шерп. Даже если вам нафиг эта скидка не нужна. Вот честно говорю, нам будет приятно. Потому как, ну, каналу надо развиваться. Все, ребятки, пока, всего хорошего. Всем счастливо. Мы поедем за приключениями. На полосу. Вот, ребятки, подписчики нас опять узнают. Руками машут, даже без шерпа, просто с прицепом пока едем. Что ж, приятно. Очень, очень приятно.